Для соуса в оливковом масле обжарьте чеснок и кусочки хлеба. Положите в блендер, добавьте нарезанных помидоров, обожгите сладкий перец на гриле для усиления аромата. Пусть остынут, так их легче почистить. Нарежьте и в блендер. Включаем. Добавьте копченую паприку, хлопья чили и дробленый миндаль. Сок одного лимона и глоток хересного уксуса. Соль, перец, снова взбить и добавить оливковое масло. Этот соус замечательно хранится в холодильнике, и вкус у него становится только лучше. Я обожаю его с простыми королевскими креветками. Смочите их оливковым маслом и на гриль по 2 минуты с каждой стороны. Сладкий перечный соус и жареные креветки. Просто и вкусно.